Рунбери мол. Это что, июньская ягодка? Опять 25 июнь ягодка в России. Как же я... Хуисхер! Хуисхер. Так вот, хуисхер. То-то-то-то-то. Вот это вот хер. Как же мне нравится ходить по помещениям с графоном 1986 года. Железом 2015 года. Какого у меня железа? Какого у меня года железа? Оба-на. Спаркингс. Или что там? О, нарушение! Не нарушение. Вы нарушаете. Вы слишком смазливая. Здравствуйте, я пришел вас пугать своими губами. Губами. И тебя тоже. He's planning to do some psycho presentation. And who is the bigwig? That's what I want to find out. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Who's there? Show yourself! Опять обнова на Windows пришла. As you wish, creep. You are under arrest. Scum. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. Правильно. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be trouble. Массакар. Я здесь закон. Бля, как же сложно стрелять, когда у тебя не 60 FPS, вы бы знали. Я предлагаю вам помочь физическому здоровью вашего стримера. А то там Dragon's Dogma 2 анонсировали. Да, чтобы вы понимали, когда это записываю. И там нужен GTX RTX 2080. Здравствуйте. Зря. А вот если бы у меня был RTX 3070, я бы не промахнулся. Здравствуйте. 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 Не, подожди. Она же железная, как и я. Она любит металл. Может быть. По-моему, машина должна была взорваться. Шум, стресс. Какой стресс, какой стресс? Надо выпить кофеечку. Оу, oh, no. Это что за хоррор, мать его? Где Уэндл Антоновский? Нет. Я Иван. Иван не хочет идти к детям. Иван хочет домой. Отпустите Ивана домой. Какие у меня хоть цели-то там? Никаких. Кайф. Ой, здорово. Мне просто нужно было нажать таб, кайф. Сейчас, пацаны, пришло время жахать. И угадайте, кто будет жахать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Есть вьетнамский флешбэк. И я его почувствовал. Иду. 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 Иду, готовьте, кушать хочу. Бля, Альма, только не влезай, это другая игра, не надо. Нет, не надо никаких пап.
Хотя похер, Альма, вылезай, я в тебя как стенку кину. Дура, ты тупая. Я пошел, пока. Я провел ДНК-тест. Мне все известно, маленький ты засранец. Ты родился не от той матери. Оба-на. Тут что, двери открыты. Кто их открывал-то? Домкратом? На! На! Это просто симулятор вьетнамских флешбеков, правда, это симулятор детройтских флешбеков. Симулятор детройтского Вьетнама или вьетнамского Детройта. Ну не знаю, Алексу Мерфи лучше знать. Там были сиськи? Я не только что. Сиськи. Интересно, есть какой-нибудь дебил, который фапал на сиськи манекенов? У меня просто вот да, интересные такие вопросы. Ну ладно, на Докимуры. Или на ниндроидов. Я... Да. Ты меня еще бухим не видел. Я как приду бухим тебе в школу. И буду сидеть и ждать тебя. Все будут думать, что у тебя вся семья бухая. Например, бабушка. Все от бабушки. Эй, сан, where are you? Вот я бы обосрался быть робокопом. Понятно. По таким эскалаторам мы не ходим. Ля, ходьба! Слушайте, реально напишите гражданину Невскому. Он отыграет так эту роль шикарно. Будут губы эпичности. Он просто будет делать... Муа. Когда? Когда? Саня! Саня, когда робокоп? Русский робокоп! Он будет рускокоп. Кто поставил здесь колу? Поставьте черноголовку. С сахаром. You're just the rotting remains of Alex Murphy. Alex Murphy. Хорошо, что не Эдди Мерфи. Это, между прочим, не лаги, это она говорит всегда так просто. Бухая. А это вот так вот будет делать вся ваша мебель, купленная в Икее, после того, как Икея окончательно уйдет из России. Поняли, да, из вашей страны? Да. А то вы вдруг не в России живете там. Ну, условно процветающей Монголии. Так что вы осторожнее с Икеей. В России еще до сих пор не исчезла, потому что Икея-то не ушла. Это не говорят, что ушли, а так-то. Не, ну я походил знатно, я прям стоял и ходил. Ходил и стоял. Ходил. Давай всех перебьем просто. Oh no. Нет! За что? You're not one of us. You feel that too. Наверное, не надо было не стрелять, да? Это что, новый трек Radiohead? Бля, это просто мои боты, ребят. Я вот так всегда ходил. Лена! Какой кофе? Где борщ?
Ты только умеешь, что делать кофе в своем кофемате, тупая ты скотина! Слышь? Пошел в жопу, маленький засранец! Сам чини свой фотоаппарат! Потом ему айфоны подавай! Там нужно было всего лишь кнопку нажать, дебил! Нарожал кретинов. Анька, погоди! Семья пошла в жопу, я пошел! Знаешь что, я знаю, что такое сексуальная форма. Я два раза был сегодня в туалете. Да. Мне твои комплименты не нужны. По приколу. А какого хрена, кто это сломал? Everyone wants to be back home with their families. Be back home. Для сложной жизни робокопа бегать туда-сюда и просматривать предыдущие дни предыдущей серии сбой заданий. Let's take a stroll through your old home. Заглушить! О, я так же делаю. С ОРТ. На тебе НТВ! Сейчас еще РТР достанется. РТР, я иду! Нее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 
that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to the next. Wendell. Я тебе в жопу засуну. Я сейчас не завис, я просто говорю, сколько я тебе раз засуну, говорю. Засуну. А что я засуну, ты узнаешь позже. Когда я придумаю это. Think that you're a machine that's simply using my brain, but that's not true. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Мне надо было стрелять или нет? Что, все, я обосрался? Get up, Robo. Get up, for God's sake. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? Тут что, развилки? The cops will be here any... Wendell Antonowski. Haven't you had enough yet? You are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Каплан хорош. Cuff him. He is a cop killer.
hands behind your back. Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. Да, да, конечно. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? А доживет, что там. Plenty of time for rehabilitation. Ха-ха-ха-ха, шутки про бросить покурить, ха-ха-ха. Top story. Wendell Antonowski. Все, игра закончилась, можно заканчивать, да? Главного босса поймали. RoboCop was able to capture Antonowski. The malfunction has again been caught on camera by our own Samantha Ortiz. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding its status as a machine. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. Права одного существа из миллиарда. Хорош, как же хорош. The CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. Я считаю, что он даже еще права бета надо отстаивать. Нормально телек посмотрели. РТР не сломался таки. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Да, конечно, я зайду. Оба-на. Хочу помогать. Помогать на кассе. Свободный робокоп. Еще не конец. Серьезно. Им, видимо, в какой-то момент, разработчикам им, занесли денег, и они такие, что ж, делаем еще парочку заданий. Почему бы и нет? Да, Каплан, хорош. Нет, я хотел выключить радио, не включить. Почему я не мог ударить по нему ногой? Is that supposed to put us at ease, Morgan? Ох, да. Ну что? Как же я хорош. Домашний террорист, пожалуйста, перемотай. А, это с другого задания, ладно, не важно. Тут еще секрет Джунбери был. Нормально. Я с уважением отношусь к Би. Потому что я уважаю пчелок. Потому что Амаби, Амаби. You seem to constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Я привык. Ничего нового. I am used to it. Of course. It's not your TV debut. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Мне не нужно одобрение других людей. I do not need other people's approval to determine who I am. No. But no man. Да, дайте мне робокопшу. У меня была жена, она согласна. But no more important than the main reason for today. А сына заберите. Many people might have seen some of your glitching on TV, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them?
Я только хочу добиться справедливости для Энн-Юис. My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently. No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Ля, на что это было похоже? На ночные кошмары. Ля, да ночные кошмары норм. Там можно надавать по лицу кого-нибудь. На ошибку системы я не видел синего экрана, ребят. Не видел. И черного экрана не видел. И там не было никаких маяков-копянов, которые говорили бы, что если думать, все чудо не произойдет. Короче, это были искаженные образы из прошлого, да. Ельцина видел там. Горбачёва. I think we're onto something. Петра Первого. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's march. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Интересно, а если я упаду затылком вниз? Нет. Нет. А, черт, да. Придется. Вы сюда попали через что? Через университет? Это как-то глупо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Типичный университянин. Университян. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мне сказали просто, что это смешно. What did you do this time? Why does it have to be that I did something? Maybe one of your guys. В этот раз что в этот раз? Он не выходил отсюда, по-моему. No. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after. Да, прохождение закончилось, изи. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Good. Talk to you later, partner. Партнер, знаешь, где у тебя? В унитазе. Потому что твой партнер какашка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мне нужно обновить софт. По генерации шуток, по-моему, он сбоит. Потому что я не смеюсь со своих шуток. Потому что не смешно. Ха-ха. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker's да on Windows payroll? Каплан. Ты не видел его усы, как он что-то замышляет? Он вот эти усы приклеил, а под ним кто? Путин. Все. Ой, как вам сейчас разорвало это уши, я увидел. Ну ладно. Это все указывает, да где третий-то вариант, а? Мы сейчас выведем вот этих злобных русских на чистую воду, потому что он Уэндалл, это же русское имя. Так, я уверен. It has to be him. Then you won't like what I've got to say next. Becker wanted to meet you.
You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? Вы неправильно его зовете, это Моралес. Он выкладывал... Нет. Не знаю, что о нем думать. Я не буду этой тупой системе рекомендаций заставлять мне говорить то, что она хочет, чтобы я говорил. Не знаю, что о нем думать. I cannot read him. Maybe having him listen in on your meeting with Becker will give us some definite answers to what his priorities are. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? У нее прическа не из 80-х, я начинаю ее подозревать. Но она уже мне очень помогла. She is an enormous help. She listens. Good. That's good to hear. Sometimes that's all it takes. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Officer Washington. Yes, sir. Боже. You've got a new assignment. Да, пошел в жопу. Погодите. Я заблудился. Я нашел тебя. Твой напарник все еще в туалете. Он живет в унитазе. Потому что он какашка. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. И ты замочил его в сортире, убийца. Ха-ха. Ребят, там вот где-то внизу есть кнопочка «Отписаться». Я не знаю, где она сейчас на Ютубе, но найти ее несложно. В принципе, близко. Я уверен. Так, что там? Ну, броня. Еще броня. Все интересное закончилось. Теперь вот это вот все неинтересное. Все, я ухожу отсюда. Я улетаю на большой воздушной машине. Вот хрен его знает, я сейчас пропущу катсцену. А мне скажут, что там какой-то супер сюжетный момент был. Или пропустится вообще все катсцены до конца игры. Или я уеду из участка, тут пойдут титры, я не пойму, что пошли титры. Гибсон Мемориал Госпитал. Как же я быстро выполняю задание. Похоже, что это мужик. Снимите с нее быстро парик. Это Хитман. Оба-на. Совершенно новая медицина. Не можете позволить себе лечение? OCP поможет. Если у вас есть собственность, которую можно пожертвовать OCP, мы предоставим вам страховку, которая покроет все расходы на процедуры. Воспользуйтесь предложением сегодня и не волнуйтесь о завтра. Нет ничего важнее здоровья. Список покрываемых расходов можно меняться. Слушай, это какой-то Сбербанк. Это гребаная франшиза предвещала будущее. На самом деле, без шуток, в Робокопе в фильме очень много такой вот сатиры и умной сатиры на происходящие капиталистические финансовые манипуляции или как это по-другому называется, социальные манипуляции. Да, а еще можем ваши яйца пересадить вашей собаке за то, что вы ее кастрировали. Да, да. Это интересный способ мести. Взять кастрировать человека, чтобы пересадить его гениталии собаке. Твою мать, что я вчера смотрел такого, что мне такое в голову приходит? Или ел? Анька, здорово. Давай, вылезай. Каплан что-то замышляет, я вам говорю. Он что-то скрывает. Отклейте у него усы. You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk.
Допроси его! Или я допрошу. Льюис, смотри, давай я тебе сделаем точно такую же броню, и мы будем такие робо-напарники. Будем выходить в Макдональдс. Вместе. I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? Да, все еще есть. I still see things. You know, прикольно, мультики. Since Antonowski showed up, they seem to be happening more often and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me. So I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Где третий вариант? Мол, ты это сделал ради бургера. И я не осуждаю тебя за это. Или куда она там побежала? Блин, я не помню фильм. Но будем думать, что она пошла за Биг Маком. Да, по акции. Никто не мог предугадать. Потому что Биг Мак всему вина. Всему причина. And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Ты будешь еще много вопросов задавать, на которые нет ответов. Я был бы очень рад, чтобы ты пошла и посадила бы его. I would like that. Maybe there's someone who'd be willing to help us? I don't know if you heard. But the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk. But it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. А еще, в принципе, она может взять и присесть... на спину робокопу и стрелять, просто находясь у него на спине. То есть это будет ходячая турелька. Надень шлем какой-нибудь времен Второй мировой. Льюис! Льюис, я все придумал. Мы срочно должны стать ходячей турелькой. Разойдитесь, чмошники. Очкошники. Ну, потому что у них очки. You know, he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Капец, у тебя уговаривать вообще не пришлось. Ты тоже через университет попал в охранники, что ли? Вы тут все через университет, да? Так, старик, ты как попал в старики? Тоже через университет? Окей, университеты. Уничтожать человечество. Нет, я сатана. Мне нужны ответы. Someone in OCP was supporting Wendell's operations. I want to know who. RoboCop? Oh God. Сразу видно, что он обо мне говорил постоянно. Хотел увидеть. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Зашибись. Будто задремал. Это была невообразимая боль, жизнь пролетела мне перед глазами. Тут все варианты одинаковые, так что берем рекомендованный, систему рекомендаций. It was like waking up from a long nap. A new man. I hoped that would be the case. I believe that death isn't the end. You are walking.
Ну, чисто формально, я как бы и не сдох, меня просто пересадили. Это как с первой парты в школе присадить на заднюю, или наоборот. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Понятно. Кому-то еще надо что-то засунуть в жопу. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? У меня нет таких полномочий. Я помню, как кто-то вводил пейнкиллеры, а там просто... Пейнкиллеры! I am not qualified to administer medication. Если жизнь болит, ну вы поняли. Anyone help me? Не. Пейнкиллеры устарели, старик. Теперь у нас только Witchfire в Epic Games. Никаких больше пейнкиллеров. Нормальных игр больше нет. Просто смиритесь с этим, старик. В наше время нужно RTX 3070, чтобы играть с графоном 2014 года. Поэтому все уходят на Boosty и просят деньги там. Сиськи вам показать, что ли? Так, ну-ка, кто? Мэр, здорово, мэр! Простите, мэр, здорово. Снимите с них усы, пожалуйста. Он тоже надел ненастоящие усы. Мэр, здравствуйте. Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cold. Какая разница, они все равно лежат в кровати. Они не встают. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing too. We're not talking about me. We need to talk about the people. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? Я считаю, что у этого города должен быть мэр-робот. Потому что жизни робокопов важны. А вот этот вот шоколадный, он только о шоколаде и думает. Льюис, но Льюис заслуживает лучшего. Lewis should be treated under better conditions. Ну что она не черная? Hey, cameraman, you got that? Even an OCP robot sees the hypocrisy. Listen to him. Don't let OCP take away our city. Просто кто-то поставил программу каблук. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. В голову робокопа. Okay, guys, we're leaving. We should find him a cozy, secluded. Покидаем эту зону. Может быть, там все думали, кто ставил эту программу, что он будет всех каблуком топтать, но нет. Там немножко другая модель была. Authorized vehicles only. Permit must be displayed. Мне не нужен пермит, я сам как пермит. I only seek answers. Находьба! You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creator screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop. Meet the future of law enforcement. Оба-на! Как же они хороши. Надеюсь, среди них есть девочка. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you,
but infinitely more obedient. Yeah, враги, которые требуют 50 пуль, чтобы их убить. Это же так не по-польски. Не по-польски. Холи краб, просто FPS-а нет, он умер. Срань господня. И я умер. Так вот, FPS сдох, я тоже сдох. Что ж, я смогу пройти дальше вообще? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced me to his UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that can help. Just give me a sec. Понял, они еще врезаются. Охрена. Жесть какая! Да у меня когда-нибудь перезарядится, нет? Охренеть. What the f... FPS умер. Пожалуйста, верните его домой! Жесть какая! Они атакуют меня взломом чего-то. Взлом Робокопа. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? На. Отстой. Жесть какая. Срань господня. Где он? Где кто-нибудь? Страшно. Это какой-то survival horror уже. Вы чё, блин, издеваетесь? Пипец. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Понял. Ну что, можно поставить. Once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement unit. But you're redundant. Не понимаю, откуда стреляют. Полезное оружие, пипец просто, я прям ощутил его полезность на себе.
Жопа! Охренеть! Я ни хера не понимаю, что происходит. Это пипец. Уф. Офигеть! Как же сложно! Откуда? Да блин, хер поднимешь. Пипец. Пипец, страшно вырубай. Охренеть здесь. Пупешек. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Здесь же между бойнями-то была какая-нибудь сохранялка. Джи. Он сказал, что раньше он не хотел мне наносить урон, теперь хочет. Это пипец! Я засмотрелся на FPS. Так, это все с самого начала, да? Откуда это? Офигенно! И чё? Вы прикалываетесь? Я простой, у меня сразу минус хп. Ля, ну это польская игра, да. Она прям польская. А, я вас понял. Тут даже нечего кинуть, чтобы их взорвать нахер. Пипец. Понял, понял, понял. Похер на это говно, оно все неэффективное. What the f- Are unprofitable. That's why I made the urban enforcement droids.
I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. Контейнеры, кайф. Откуда? Ни хера не видно. О, у меня хилка, кайф. Не, это пипец, невывозимо. Ну, в смысле, FPS. Вроде написано, что почти 30, но чувство будто 5. Шикарно, что игра решила тебя не помечать. Нормально его там колбасит или там не колбасит. Обалдеть! Не, это прям... невывозимый какой-то FPS. Чтобы понимали, даже не мог переместиться сейчас. Нормально. Жесть. Срань господня. Слышь ты, Бекер. Максимка! У тебя проблемы. Мы будем долго с тобой говорить. И будем долго гнать велосипед. Потому что вышло новое обновление для робокопов. От инклюзивно настроенной конторы Ubisoft. Ubisoft. Да. What the hell just happened? И теперь я такой. Что произошло? 15 FPS, я справился с этим. Stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker. It was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes. I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? Почему я не могу расстрелять всех? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. And you better keep an eye on that remote. Но только что была угроза жизни.
Может быть, мы все-таки возьмем и засунем ему что-нибудь. Засунем. Там, ну. Рапорт ему. Нет? Ну, рапорт. Ладно. Что-то произошло в этой локации. Мне было очень больно. Но я справился. Это будет Эй. Да в смысле не все, я три ношу. Си! 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 Си, сеньор, ке паса? Та, та. That should do it. Да. Броня. Взрывчатка и крупнокалиберное оружие наносят на 25% меньше урона. Патроны мелкого калибра отлетают от брони рикошетом и наносят урон врагам поблизости. Прикольно. Просто идешь и такой бьем. И тебе бьем. И вот тебе тоже бьем. И вот тебе бьем. А что у меня там, кстати, из... Так, заменить плату. Какая мне сейчас? 3-2. 4-3 есть. Поехали. Ох, пазл пошел. Вот это ядерная боеголовка. Повышенный урон увеличивает наносимый урон, не допускает критических попаданий. Снижает разброс, повышает точность. Ладно, что у нас здесь первое? Но мы явно что-нибудь сейчас возьмем и направо запустим. Так, самое... Так, мне нужно что-нибудь, что не отпускает ничего налево. Давайте пока что вот так вот сделаем. А? А, ну да. Что, тут дурачок, что ли? Налево что не отпускает ничего. У меня таких нету. Нужно вверх и направо. Кек, реально таких нету. Вот это вот. Больше нету таких? Правда нету. Ладно. Так. Здесь можно брать хоть какую. Скорость перезарядки. А больше она нигде не понадобится, так что... Хотя... Да нет, пусть будет. Кровавость спецэффектов. А здесь просто вниз. Вверх и низ. Где-то была такая. Я прям помню даже. Вот это вот, 15 пересентов. Так. Здесь мне нужно все, что угодно, кроме левой. Точнее, нужно все, кроме левой вот этой затычки. Так, а я такой что-то не помню. Мне только что было... Вот она. Не, погодите, мне просто нужен не сверх. Снова. Ну, допустим. Так. И, допустим... Так. Здесь вот это подрубается. Оно автоматом подрубается. Что ж, это не идет в мои планы. Я сделал вот так. А, это не то. Мне нужно, чтобы низа не было, наоборот. Низа нет, вот это вот. Бэх. Сделали. Так, а это мне надо? Увеличить наносимый урон не допускает критических попаданий. Так нахер оно мне надо? Спрашивается, да? Так. Вот так, нормас. Вот так. Это у нас урон оружия, да? Вот так, вономас. Вот так, где оно? Мне нужно что-нибудь, кроме правой. Что-нибудь без правой, точнее, вот. А нет, вот здесь лучше. Нет, оно не пойдет. Вот так, гондурас. Вот так, КПСС. Вот так, ОБХСС. Так, ну и можно что-нибудь здесь без низа запустить. Вот так вот. С пивом потянет, по идее. Все, вообще жесткач. Вы посмотрите. А, нет, стойте, еще вот сюда можно запихнуть. Что-нибудь вообще плевать. Вот это вот. Бэм. Все прям... Я готов.
Итак. Что тут за беспокойство? Почему кто-то чешет жопу, а я об этом не знаю. Итак, все с самого начала, тупо перезапускаем игру. Age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old timer. I have important people to meet, multi-million dollar contracts to sign, you know, the usual. Yeah. Well, that sucks. We can't just sit here and Славу роботам. You can do Власть дроидам. Your cruiser needs cleaning after your last shift. Это те дроиды, которых мы ищем. Something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now. Отстань. Я хочу узнать, что такое Дельта Сити. Без преступности, без бедности. Безопасное и чистое жилье для всех. Я верю. Я верю. Ура! Ура, либеральные помойки в Детройте. По крайней мере, это будет хотя бы либеральные. Потому что оно и так помойка. Брифинг рум. У вас либеральный брифинг рум или помойка? We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonovsky. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. Да! Это Моралес! Он Человек-паук, вы что, не знаете? What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my В прямом смысле выбить. I will squeeze more than just a confession. Пойдемте просто, расширьте мне мои возможности. Hey, Murphy! That news lady's in the lobby waiting to talk to you. Твою мать. Эй, дамочка из новостей. Когда вы уже пойдете в Playboy? Там зарабатывают больше. Robo, суть та же самая. Are you here to attempt to humiliate me again? That depends entirely on you. I've been sent here to conduct an interview with you. For some reason, people value your opinion when it comes to the election. No, thank you. Roll the tape. I'm here at Metro's West. Someone там все еще не доверяет. Я еще даже не сказал ничего. RoboCop. One of the more contentious points brought up during the election is the construction of Delta City. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Kuzak spoke at length about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. What are your thoughts on this subject? Даду. Is Delta City the future of old Detroit? Сиськи. Даду. Это все, что нужно говорить на выборах, и в принципе уже проголосуют. Так. Уф, то есть мне сейчас предлагают либо выбрать Милза, либо Кузака. Дельта Сити лучше для надежды. Да все говно. Меня интересует текущий Детройт. I would focus on current Detroit. So you agree with Mills that the current day Detroit needs serious cleaning up. Thank you for clarifying your stance. Я ничего не говорил. This has been RoboCop for Channel 9. Samantha Ortiz, signing off. We've got what we needed. Talk to you later, Robo. Я не понял, в какой момент нужно говорить сиськи. И даду. И в каком порядке. Но ведь это всегда работает. Анализ всех предвыборных кампаний, которые я провел, говорит мне, что это даст 95% успеха.
Но 5% остаются неизученными. Конечно, все возможно. Ведь есть 0.5% шансов, то, что прилетят инопланетяне и взорвут нахер к чертям собачьим Макдональдс в Нью-Йорке. Но мы-то все знаем, что, по-моему, я словил какого-то трояна. Поэтому несу бред. Еще в 2000... Как они проявились все. Ля, да как так? Ну, блин. Оптимизировано, конечно, ужасно. Это же Unreal Engine. И прям графон вот точно такой же, как я увидел в условном... Ля, как это называлось, кооперативная игра про побег из тюряги. A Way Out. Вот точно, точно такое же там было. Вот точно такое же. И... Ну... Ну, блин, вот, и ты такой сидишь и думаешь, я хочу в это поиграть нормально. Вот я смотрю, конечно, сюда 60 FPS, и чтобы поиграть в это нормально, тебе нужна RTX 3070. Тебе нужен робокоп в твоем компьютере. И ты понимаешь, что ты купишь, это единственное, что тебе даст, это вот не будет проблем с FPS, а графон примерно будет точно такой же. Ну, вот на Ютубе точно, вот на Ютубе вообще вы, скорее всего, разницы не увидите. Ну, там, может быть, если в 4К, может быть, какой-нибудь ретрейсинг еще может быть, но... Ну, вот кто до этого момента досмотрел, скажите вам, как бы, вот вы... Вот, может быть, вы видели, нет, там, с высокими настройками, вообще есть разница, нет? Я понимаю, что вот здесь вот когда двигаю, вот поблескивают вот эти вот все мелкие детали и прочее, как это называется, я не помню, эти графические эффекты, но, блин. Может быть, вы даже не видите этого, потому что картинка уничтожает все на ютубе. Ну, в общем, вы поняли. Итак. Задание. Полицейская работа. 600 улик. Итак, у меня есть... Броня, надо не забывать. Сейчас кто-то станет лишней тратой батареек, потому что я вставлю их в нос к вам и закорочу. Поняли, да? Я вижу, тебе уже все закоротили. Пацану просто 22. Да. Суровый университянин он. Суровый, вот так. Вот. Кто университет заканчивает, так и выглядит потом. Если пройду за пищит. Gonna have to strip search you. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. Ха-ха-ха-ха-ха. Тебе тоже прошивку не обновили, да? Ха-ха-ха. Смешные шутки. Я бы досмотрел потом твой ремень. И ключи. Я пришел допрашивать. Могу еще вас допросить. I felt at home, almost. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. So who is he? Он скам, причем не ребел скам даже. Just another slime that tried to run the city. I'm afraid he's something more than that. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison, but now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah, good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. И что ты нам дашь? Ядерную боеголовку? Я думал, он просто руками водит там. Не увидел сразу шарик. Как же Робокоп пафос находит, он просто такой ту-ту-ту-ту-ту. OCP funds you, but Becker is not your inside man. Who is? You're not going to ask me how I'm settling in. Answer me.
Places like this do me good. I even quit smoking, you know? The trick is to keep your hands busy. У тебя есть чем занять руки. Меня не интересует болтовня. Так, болтовня, так лишние слова. Да кому они нужны? Это же просто сраная трата времени ни на что. Ведь вместо того, чтобы говорить, можно делать много всего. А вот тут просто берете и буквы, 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 буквы. Да кому они нужны? Сраные предложения, которые не имеют смысла. Просто взяли бы, посмотрели друг на друга. И все. И вот не интересует меня болтовня, надо говорить только по делу, ведь без дела можно и без дела. Fraternization with criminals is not embedded into my programming. No, you're selling yourself. Нет, сейчас поцеловал, что ли? Что это было? You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. But I was wrong, and I want to make it up to you by giving you that life back. Я не буду участвовать в твоих играх. I am here to enforce the law, not to play your games. But you wouldn't mind a game of baseball with your son again. The new OCP. С этим пиздюком, спасибо. Теперь я больше всего не хочу с тобой говорить. Продолжаем свать нос. Это что, шантаж? Что за звуки? Там пейдей какой-то начался, что ли? Ядерка летит. Байдена переизбрали на третий срок. Всем срочно эвакуироваться из страны. Просто приведите сюда Кармен Электро. Она их успокоит. But now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Каким образом у вас заключенные вооружаются? I will turn them to the path of reform. Вы им что, даете играться с оружием? Или они делают оружие из папье-маше и булок с творогом? А дроиды тут будут? По-моему, ей просто там развернуло что-то. Оба-на, компрометирующие данные. Оба-на. А почему компрометирующие данные и поддельные удостоверения находятся в тюрьме, и я их конфискую? Проникновение в оружейный склад, и что это дает? Уф, взять оружейный под контроль, взять радиостанцию под контроль. Твою же налево. Здравствуйте, я хочу спросить у вас, как ваши дела? Нормально. Я смотрю, вы совсем пустоголовый. Нифига не убийца. Слушайте, пусть он нам всех убьет просто, и он тоже всех убьет, и я готов. Ни хрена себе, они отлетают, пипец. Так, здравствуйте. Прошу вас хранить молчание. Вот, особенно вас. Храните ваше молчание, и вы тоже. Храните молчание. Так, а вас прошу не хранить молчание. Говорите как можно больше.
И вы там тоже. Нарушение. Нарушение. Он нарушил. Он нарушил нарушение. Вы не можете просто взять и нарушить. Без нарушения. Нарушение! Вот так. Я только что не мог в него стрелять. Музыка лицензионная. Нарушение закона. Да-да-да, сейчас из своей жопы как вытащишь базуку. Знаю вот всех этих заключенных, все в жопу свои прячут. Особенно больше всего прячут в жопе сотрудники безопасности Сбербанка. И не факт, что они сидят в тюрьме. Нарушение! Нарушение! Нарушение, у вас есть две руки и две ноги, вы нарушаете. Нарушение! Вы нарушаете. Вы нарушили. Что-нибудь, да вы нарушили точно. Я не уверен, но вы нарушили. Нарушение! Странно. Но они нарушили присутствие людей в коридоре. Вы почему нарушаете? Зря. Зря нарушаете. Ну-ка, перестаньте нарушать. Наркотики. Зачем нарушаешь? Мы будем действовать, как это завещали, в одном потрясающем месте. Надеюсь, вам нормально. Пусть думают, что он прям как Курт Кобейн. Оба. А это кто у нас тут? Кто тут пытался спастись? Ведь это спас. Ха-ха-ха. Телеканал спас. Ну вы поняли. Ха-ха-ха. Вы думали, что это про религию, а это про спас 12. Ха-ха-ха-ха. Нарушение! Вы нарушаете. Вам нужно иметь голову, чтобы быть в помещении. Вам нужно иметь голову, чтобы жить. Вы нарушили уже две заповеди. Робокопа. Нарушение. Ищем больше нарушений. Где еще нарушение? Нарушения. Ведь я ищу тут нарушения. И я сейчас найду. И кто нарушил, тот нарушил. А я не нарушил, я молодец. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ту. Ту-ту-ту. Ту. 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 Нарушение! Нарушение! Как же много раз можно говорить слово нарушение? Прекрасно. И что мне нужно сделать? Заглушить вещание. Я сейчас так заглушу, так заглушу. На! Почему я не мог заглушить, просто сказав в микрофон слово нарушение? Нарушение. Я сам нарушил свой порядок ходьбы. И теперь они думают, то, что я нарушил, им тоже можно нарушать. Куда идти-то? Ладно. Я запутался. Я все еще запутался. И никто меня... Отлично. Продолжаем искать нарушение. Нарушение! Зря.
Вы двое нарушили. Ладно, ты, может быть, не сразу нарушил. Но потом нарушил. Зря. Ох, сколько тут нарушений-то. Нарушил. Вы все нарушили. А кто-нибудь еще будет что-то нарушать? Я чувствую, у меня недостача в нарушениях. Он просто исчез. Ты нарушил исчезновение. Вернись. Подождите, это что? Нарушение? Подождите. Wait for it. Wait for it. Нарушение — это прекрасно, но не всегда. Итак. Нарушение! Зря. Да я же... Ты же зачем нарушаешь жизнь-то? И смерть. Мы должны остановить этих крипов от захвата тюрьмы. Ты уверен, мы должны. Вендел должен быть за этим. Я должен найти его. Я знал, что он был к чему-то. Его цель в блоке Б. И Робокоп... Дай ему мои приветствия. Отлично, это новая прошивка Робокопа. Передавать приветы. Приветы. И тебе привет. И тебе привет от Робокопа. И тебе. Сэр, блок А чист. Прям как будто кто-то роботограмму открыл. That's the gift I was talking about. We started a baking class for the inmates, and I must say I've been enjoying it myself. Shame it'll go to waste. А что такого? Вы что, считаете их не людьми? Вы не хотите пить их кровь? Но вы же частично политик, вы этим занимаетесь. Ну и что, что вы просто управляете тюрьмой? Но частично-то вы политик. Ну и что, что вы учитель старших классов? Но частично-то вы политик. Чё? Я только что увидел нарушение. Где-то было нарушение. Увы. Но я не могу показать нарушение, потому что я не разобрался в нарушении. Выходите, подлые трусы. Или подлые трусы. Кому-то нужна рука? Что ж, я сейчас дам вам руку. Нарушение! Отлично. Просто меня вела дорога наркотиков. Дорога приключений, так сказать. Кто стреляет? Что происходит? Нормально у вас все? Моя оценка ситуации вкратце говорит, что ему пизда. Как он терпел? Ты чё, русский, что ли? Это не нарушение. А где оружие? Нарушение! Прекрасно. Я чувствую, что что-то идет так. Это еще и оружие. Спас 12. И спасет нас всех Всевышний. Всевышний 12.
Офигеть, а можно чуть больше вот этих вот хилок на предыдущих уровнях? Я даже не знаю, куда это все девать. Ладно. Мы разобрались с этой башней. Как же мы хороши. Завтра натру сосочки термопастой. Wow, that's not what I expected on my first day. Да, вот настолько я горяч. За видео со мной вы должны будете мне задонатить. Выбирайте сами, где. Либо OnlyFans, либо Boosty. В принципе, одно и то же. We need to seal off this area. If you go further, you won't be able to turn back. So, do you want to proceed? Да. Пора. I am ready. Надеюсь, внутри этой брони Робокопа есть код, который говорит «пора». Так вот, пора. Ту-ту-ту-ту-ту, я Робокоп. А иногда я Робокоп. Ту-ту-ту-ту-ту, ведь мне пора, ту-ту-ту, здорово, парни, это я. Здравствуйте. What the f... Warden 1, checking in, we're approaching the client. Affirmative, Robocop is still at the facility, there's no threat. Они меня видят, да? Чё, где прятаться будете? Вы чё думаете, скинов купили и всё вам можно, что ли? Нет, я чувствую нарушение. Robocop, new arrival. I saw them. They must be the ones who released the prisoners. The riots are a smokescreen for Wendell. They're heading for his cell. I am on my way there now. I'm not an enemy. Ну слушайте, когда FPS не проседает, в принципе, даже целиться можно. Даже играя... Играя на относительном расслабоне. Как тебе жить со сломанной лодыжкой, дебил? Нарушение. Просто стреляй, братан. Стреляй в обоих. Робокоп. Меня не обмануть. Наденьте наручники. Cuff him. All right, scumbag. Playtime's over. Show me your hands. Ха-ха-ха-ха, обманщик. Там был второй вариант сделать, где было написано «Меня легко обмануть». Слышь ты, охранник, лох. Заканчивай. Твоя песенка спета. И нахера я туда заходил, это... Ну, наверное, потом... В Evaluation мне скажут, как ты молодец. Твоя песенка не спета. Сука. Да? Ладно, хорошо. Нарушение! Вы почему-то стреляете сквозь двери. Какой же дикий слоу-моушен был. Как же он хорош. Как же вы все хороши. Как же мощны ваши лапищи. Заметки того, кто сидит на посте. Молодец. Начальник поста.
патриарх Кирилл, видимо, сидел. Все нормально. Это все, что ли, что-то было? Ну хотя, подождите. Зачем я это нажал? Если мне нужно было нажать вот это и прожать себе... так тут до второго носа расти идти. Целых два шага. Нет, это непоправимая утрата. Где вы? Скамбаги. Мешки уродов. Ты что, дурак? А его тут и нету. Ха-ха-ха-ха, меня обманули. Может быть, он прогрыз бетон и ушел. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included. Зиплинс. I will meet them there. Я прицелился. Он после смерти сказал что-то. Он будет пройти? Нормально. А G можно нажать? Что-то я это хотел нажать. Ладно. Извиняюсь, что? Пипец. Что за жесть просто? Какая же херня. Вот это я сейчас насосал, так насосал. Настрелял, в смысле. Нарушение. Нет, ладно. Нарушение. Это просто какая-то жесть. Что за херня? Ты просто стоишь и стреляешь в этого дебила. Вплотную. Это геймплей просто. Они не задумались о том, правильно они поступают. Ладно. Ну, видимо, сейчас надо брать эту винтовку. Потому что вместо дробовика я могу всегда взять стул. Пойдет. Или пистолет, который лучше, чем дробовик. Подождите, я его только что заваншотил? Из этой винтовки, что ли, серьезно? Или просто у него мало хп? Somebody help. Somebody can help me. He's dancing like a crazy. Я чувствую нарушение. Как жестко это просто. Эй, скамбаг. Очень жаль.
Очень жаль. Давайте говорить. Thank God you're here. Oh, I don't know how to thank you. Почему вы выглядите как тот охранник, который только что спасал? It's such a great car. But they'd probably scrap it if I died here. Машина. You saved us both. Thank you. К сожалению, у тебя больше нет машины. Он так нужен Марти. Блять, как же у них мозги разлетаются. Вот теперь мне просто интересно, как это выглядит на максимальной графике. Вот просто интересно. Что ж, это что, копить на видеокарту? Оба-на. И тут ничего. Ух, ёпки, это аж страшно было, вырубай. Не. What the fuck? Сейчас там какая-то залупа будет, я уверен. Может быть даже залупа залупинская. Или залупинская. Оба-на! Это главарь наемников, тяжелая броня, яростный боец, поднимает боевой дух врагов. Просто идешь реально как терминатор. Как терминатор, как это странно звучит, да? Это ты играешь за Робокопа. Ну что, прикалываетесь что ли? Сколько его убивать-то можно? Все, да поднимал им боевой дух, слышь. Может быть там встроенная Кармен Электро. Кто меня бьет? Ну это жесть, они просто серые на сером, я их даже не заметил. Хз, куда было прятаться. Ох, вел. Очень прекрасно, кстати, что в этом вот режиме прицеливания у меня нету доступа. Да включи броню! На. Ах ты жопа. Не жопа. Уф. Сложно-то как, а? Где они? Я их не вижу. Сказал, что это... Вот я вообще не видел сейчас. Пипец, я еще попасть не могу. Это прилетела граната или что? Напилалась? Господь! Охренеть!
А я даже не понимаю, откуда стреляет. Ну тут это вот это жесть. Это пипец. Еще есть кто-нибудь? Откуда? Что? Вот это что сейчас было? Ладно, я понял. Просто невидимые пули. Из папье-маше. Господи, сколько их, это просто жесть какая-то. Знаешь, как у него прошло оглушение вообще моментально почти. Все, может закончиться? Или вы бесконечно будете? Вы что, прикалываете, что ли? Давайте все. Или это тот самый момент в польском шутере, когда они идут бесконечно? Ну это жесть. Только что была какая-то. Я чувствую нарушение. У вас нарушение. The guy's got a ticket for the mercy seat in a month, but he was shot. And it looks like justice will get him sooner. That's no reason to leave me here to die! I can't take him with me, and I'm not gonna stay here. С ним нужно остаться. У меня нет на это времени. I cannot assist you. There are people who need my help more. I'll be waiting for you in hell, you heartless assholes! Давай его просто сожрем. Печально, что мы не можем его просто сожрать. А здесь, зачем здесь восстановительные заряды OCP? Для чего они их используют, как они их колят, куда? Ладно. Я чувствую, как прогрузились враги. Какая жесть, они просто нереально жирные. Фу. Нарушение! Кто нарушает-то? Нарушайте чаще. Да в чем я застрял? Цикл заустревания начат. Это перебор. Это тоже перебор. Это просто пиздец. Они все, сука, такие жирные. Я ебал в рот этих дизайнеров, блять. Что это за хуйня? Извините, конечно, за мат, но что это за пиздец, блять? Отсюда? Вы ебанутые? Это что, блять, за ебанутость пошла нахуй? Почему нету...
Почему нету чекпоинта, блядь? Охуеть, блядь. Сука, дегенераты ебаные. Ну вот это пошел польский шутан. Здорово, ребят. Ну это пиздец. Тут самое лучшее место, это вот. А еще ты не знаешь, куда стреляешь. А еще у тебя заканчиваются патроны. А еще он вышел только что из... Блять, от дьявола вернулся. Уф. Не, ну это пиздец. Это уже ебанутость какая-то. Вот это официальная ебанутость какая-то. Это жесть. Здесь обычные-то враги жирные до хера. Они еще полубоссов подкидывают, которые пипец какие жирные. Хер пойдешь. Это просто какая-то дичь. Все, вы закончились, надеюсь. Это пипец. Уф. Не, мне все-таки нужен этот автомат. Это пипец. Да-да-да, бла-бла-бла, то, что я уже слышал. Почему здесь-то чекпоинта нету? Они забыли поставить, что ли, или что? Я немножко не понял. А сохранить игру нельзя. Кайф. Это жесть. Может, им куда-то в другое место надо стрелять? Я чего-то не понимаю. Ну, это какая-то чушь. Мы будем стрелять из укрытия. Ни хера не знаю. Я так полагаю, они не тригинутся, пока не подойду. И когда они тригинутся, за мной закроются двери, да?
херово. Нет, двери не закрываются, уже хорошо. А? Они что, не идут? Блять, он исчез. У них есть дальность прогрузки. Спасибо. Все? О, какая жесть. Не, ну начался чисто под польский бред. Польский шутан. Охренеть. Меня сейчас накоцали. Ага, я не могу прицелиться, когда я стреплюсь. Да, конечно же, он успел пройти. Все? Или еще кто-нибудь? А то, я думаю, мало. Врагов надо побольше. Тут чрезвычайно мало врагов. Нету нигде открытой клетки. А, есть. Может, тут хилки есть. Есть бутер. И все. Сейчас какой-нибудь потрясающий враг из жопы мира выйдет. Но они же исчезают теперь. Когда ты далеко от них отходишь. Нормально, хоть со спасом жахнул. Там. What the? What the fuck? Серьезно? Теперь проваливается сквозь текстуры. Это жесть. Это жесть, господа. Блядь. Его вообще убить можно теперь? Нет? Срань господня. Как сложно-то, а? Нормально. Знаете, вот... Не нарушение, да, но нарушение исправляет все. Вот... К недоделкам надо еще баги добавить. Это вообще кайф. Резкий кайф. Включается. Мне не хватает опыта, чтобы разбираться с людьми под землей. Он просто решил к сатане сгонять по-быстрому, а там Саддам хуй. Они все пролетают сквозь стены.
Вот всегда себя так чувствую, когда эти вот эти перестрелки прохожу. Что-то пошло не так, ребята. Прям чувствую, как что-то идет не так. И оно явно хочет сказать то, что хочет войти в меня. Но это все не так. Нарушение. Но здесь можно делать нарушение. По-любому одна из этих накидок розовая, и это тоже нарушение. Врываемся сейчас, делаем сальто мортали, и мы в порядке. Нет, хочу, чтобы ты иду назад. Бля, сейчас вся, каждая хилка на вес золота. Здравствуйте. А вы не могли мне помочь с другой стороны? Видимо, нет. Они просто сидят такие... Оба-на. Inmate Property Storage. Что скажете, ваше оправдание, охранник? Where did they go? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement. А начиналась глава за здравие прям. Ходил, всех спокойно убирал, а потом пошло вот это вот. Ну серьезно, у них по полобоймы надо жахать, это пипец. The scum's over there, hiding behind his bodyguards. You need to smoke him out. Нарушение. Я опять нажал H вместо G, да? Как же я хорош. Что? Им реально легче всего подбегать, брать их и кидать в стену. Я не могу перезарядиться. Вы что, шутите? Это приколы какие-то. Я перезарядиться только что не могу. Сейчас могу перезарядиться. Кайф. Прикольно. На! Какая же тупость, просто пипец. Когда двигаешься, ты не можешь включить броню. Тебе нужно остановиться и только тогда включить броню. Как же сложно. О боже. К сожалению, он проявил
немыслимое сопротивление, и мне пришлось закончить его жизнь. Снова хотел нажать G. Да. Братан, ты мой спасун просто. Он сказал, что я потерял свою голову. Это же та самая игра, в которой стрелять из-за быка, она только вблизи, да? Да, блин! Ну, тут, короче, нельзя много кнопочек нажимать, или игра просто не контролит это все. И сейчас меня со двора, где дым был, да, запустит, если да, то это... Ладно, хорошо, допустим, здесь. На машине. Господи, дайте схвачу. Все. Тут реально просто к ним в лоб бежать. И раскидывать их при помощи схватывания. На. А, повезло. Что за бред? Музыка убийца. Вторая музыка убийца на подходе, ребят. Я готов, я уже иду, ребят, я уже иду. Да. Что, кто-то и там остался? Извините, что вас пропустил. На! Понравилось? Еще хочешь? На, еще есть. Нет? Окей. Кайф, подожди, не вставай. Ладно. Слушайте, я самое главное оружие это не заприметил. Гребаная мусорка убила. Больше нет мусорок? Жаль. На. Какая же бредятина. Реально, ты просто берешь мусорку, мусорка эффективнее всего. Да. Там просто в этой мусорке сидят 54 маленьких робокопа. Can't you get it through that thick shell of yours? You're supposed to stay away from my business if you want to get your past life back. О нет! Это зажигалка, это секретное оружие, кто бы мог знать? О нет! Right now. I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So,
I guess it's over to you. And you better hurry. Защищать невиновных. Неправда. Они все невиновные, но я их убил. Мы что, едем к Лоиш? Лоиш? Вставай, Лоиш. Есть ощущение, что не встанет. Ну, этот парень точно. Оба-на. Я говорил ему, что усы — это не просто так. Possible hostiles in the vicinity. Oh no. Так. Нападение на больницу. А потом скажут, что нападал-то я. У меня тут есть что-нибудь? Это вдруг. Оба-на. У меня есть категория 5-2. Что ж. Она по-любому будет лучше. Выбираем. Поехали. Так. Фуф, здесь все, кроме верха. Во, изи. Это у нас всего лишь разброс при стрельбе в плюс идет. Давайте что-нибудь полегче. Во. Так. Здесь мне нужно только... Давайте сначала попробуем поменять урон оружия. А тут вообще ничего нету с уроном оружия, что ли? Вот. Раз вижу, два вижу. Ну ладно, наверное, норм. Сейчас мы поставим каких-нибудь здесь крутых штуковин. Вот это, например, сюда. Бэм! Вот так вот жахнем. Затем. Слушайте, тут сложнее собирать, чем было в предыдущем случае. Нюхо херня какая-то получается, если честно. Прям. Ну, хотя тут много всего есть. Ладно. А если объединить чипы? Допустим, вот эти вот. Так, прям бах, бах и бах. Объединить, что будет? 13 чипов. А, то есть там вообще все объединится. А-а-а. Ну хорошо, мы сделаем 13, 13 и 13. Что будет? Интересно, просто рандомно как-то. Ладно, хорошо. Так. А где? А вот плата. Что ж. Мне нужно только вверх-низ. Вот, допустим, это. Так, здесь, соответственно, больше патронов в обойме. Здесь мне нужно только горизонтальный полос. Ну, можно вверх, в принципе. Но нет, лучше это не использовать. Лучше вот пихнуть сюда. Ха. Это вот сюда вот. Бэм. Здесь пробитие брони. Здесь, соответственно, мне нужно только горизонтальное. Только горизонтальное. А что, нету таких, что ли? Вот это прикол. Кек, реально нету горизонтальных только. Хы. Были же. Я что, их все слил сейчас, что ли? Может быть, снимать надо? О, нет, их надо снимать. О, нет. Так, ну давайте здесь бросимся. Да, я почему думал, что они автоматом снимаются. Что ж. Тогда у меня есть выбор. Сейчас мы все сбросим нахрен. И будем ходить с какой-нибудь парашей. Так, тогда здесь много чего меняется. Такие горизонтальные у меня все равно нету, кстати. Это шутка? Это минутка? Это что вообще? Уф. Это очень и очень прискорбно.
Я же все правильно вижу, да? Тут нету только... Прикиньте, реально нету. Кек. Ладно, хорошо, поставим везде, где есть, по идее. Мне сейчас нужно все, кроме налево. Мне нужно направо и вниз. Окей. Вот. Это не подходит. Че, издеваетесь, что ли? Вот это только есть. Ладно, пойдет. Еще нужна одна такая же. Это что за дерьмо-то какое-то? Слушайте, ну эта схема вообще какая-то параша, если честно. Тут прям чипы нужны особенные. Ну типа, ладно. Здесь тоже нужно только... Здесь очень много нужно только горизонтально. Ладно, хорошо, вот это вот пойдет. Вот это сюда пойдет. И здесь только верхушечку возьмем. Тут где-то были только сверху. И тут есть очень много снизу, но нету сверху. Блин. Вы серьезно? Какая-то дичь, если честно. А тут, чтобы пройти, нужно только горизонтальные. Чтобы вот здесь вот прошел сигнал. Здесь, в принципе, можно любые. Здесь нужны только горизонтальные. Нет, тут еще можно вверх, ладно, хорошо. Любую без низа. Любую без низа. Таких почти нет. Это... Что-то какая-то жесть. Ладно, допустим. Допустим так. Допустим так. И допустим вот так. Что будет? Угу. Если честно, херня какая-то. Мы просто загружаем игру. И не делаем ничего из того, что только что сделали. Ну, это бред какой-то. Ну, это... У меня нету чипов под эту схему. Все. Конец. Точка. Короче, занимался какой-то дичью. Все это время. Зачем нужно оружие, если можно просто брать баки и устраивать им чаки? Ха-ха-ха-ха. Отсылочка на ужастик. Ловишь? Выходи, подлый трус. Мы едем... Не та кнопка. Судя по тому, что произошло, нам нужно в подвал. Ловишь? Это ты всех, что ли? Психануло? Ну да, может быть, я съел твой пончик. Нарушение. Нарушение. Сейчас просто индикатор нарушения должен брать и взрываться. О нет, ловишь? Кого разорвало-то? Она убила его с трех пуль? А я убью его с двух пуль. Нормально. I'm all right, Murphy. I'm all right. А он нет, понимаешь, в этом проблема. Проблема в том, что ты хладнокровно убиваешь людей. Может быть, он хотел тебе помочь. Это все задание? Вот это сложное было для выполнения задания. Нормально она восстановилась. Каплан! How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets? Да, большая гейска куча, погнали. И она тоже туда же. Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation.
И все такие копы, а почему нас не оценивают? Отправитесь в изолятор, кайф просто. Кто кого изолировать-то будет? Я готов изолироваться с тостером. Как же он хорош. Итак, где мой эвалюэйшн? Я пришел эвалюироваться. Нет, я постою. Сбой в прошивке, решил постоять, а не посидеть. Ха. Вы поняли? Вы поняли, я все сделал. Хитрый заключенный остановлен. Меня просто так не одурманить. Я хитрого заключенного вижу так, что... Извините. У меня прошивка гребаного психа запустилась. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she у нее есть called. Другой. She seemed distressed. У нее что, есть iOS или Windows? Antonowski escapes from a high security prison. Как они говорят, Антонаускі. Оба-на. Вот навыки, конечно, это да. Я сейчас буду просто ходить, и пули будут отлетать. Что еще тут можно взять-то? Дедукция очень полезная. Я этим вообще не пользуюсь. Фокус. Недолго наблюдает пространство замедленного времени. Удваивает критический урон. О, наконец-то в голову можно будет нормально стрелять. Кайф. Зачем нужна выносливость? Не нужна, это все обман. У тебя автовосстановление здоровья есть. Медленно восстанавливает до 75% вашего максимального здоровья. То есть можно без аптечек обойтись. Удачный удар рукой по врагу перезаряжает все используемое оружие. Тут просто плюс к урону от оружия. Что ж, если вы хотите, чтобы я прошел это быстрее, нам придется это делать. Нам, вам и мне. Я чувствую, как мы, коллективный разум, пытаемся одолеть Скайнет. Неба нет. Это все обман. Телефон. Мы будем звонить и говорить в трубку. Ха-ха-ха-ха. Доктор Бланч. Thank you for returning my call. I don't know what to do. Who to trust? What seems to be the problem? My research that I was conducting on you. It's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they may come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology and I don't trust OCP. Да, поэтому счеты рулят. Не какой-то калькулятор, да, а вот счеты, и там прям все посчитаешь. Если бы Набиуллина работала со счетами, куда бы Россия-то ушла, матушка? Просто был бы прорыв в экономике. Прикиньте. Сомнительная ситуация. Что за сомнительная ситуация? Мне нравится разбираться с сомнительными ситуациями. Лоуренс, владелец рыбного магазина в Старом Детройте, жалуется, что его заявление о преступлениях игнорируют. Так пошел в жопу. Судя по всему, за ситуацию отвечает офицер Вашингтон. Поговорите с ним, выясните, что ему известно. Слышь, Моралес, ты охерел? Да и похер. Не разберется, его уволят меня. Нарушение. Жаль. Я чувствую, что вы нарушили. Murphy, вы все стоите такие некрасивые. Не настолько красивые, как я. I will show you somewhere private. I think I've got the place. Конечно же, мы все ему поверим. Вот что у них происходит. Project's called Afterlife.
Afterlife? So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? Мама твоя. I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Мы можем просто их бить в лицо. Another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy, real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. All right, everyone dismissed. Прикиньте, вот все, что они сейчас сказали друг другу, рассказать зрителю из 80-х, он такой, ааа, у него мозг взрывается. I need you here. Она That's пойдет со мной. Она убьет всех, сожрет их просто. Она просто делает ам, и все. Лоиш. Зря. Murphy, Mayor Cusack wants to talk to you. He's waiting in Reed's. Нет, никаких мэров Кусаков. А куда идти-то надо с ним говорить, чтобы... Нет, 14 метров. Если я не могу летать через потолок, тогда ничего меня не интересует. Да. Меня интересует только Антоновский. И ту-ту-ту-ту-ту, тебе пипец. Антоновский пацан. Вот туда вот. Еду и вот напеваю вот эту вот супер песни. Я считаю, что все эти песни надо выпустить на одной пластинке. И сказать, это роботрек. Роботрак. Итак, доктор Бланш. Yes. Это опять Даунтаун. Will not be slowed down by another cheering crowd. So, the preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. Ладно. Это все? Нет, тут еще есть сомнительная ситуация, вон. Нет, Вашингтону мы не будем помогать. А нарушения находить? Да кому они нужны? Вот я уже вижу нарушения. Нарушения! Там внутри столько нарушений. Я чувствую, как у меня недостаток нарушений. Я сейчас буду находить нарушения в самом себе и пытаться их устранить. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Я так полагаю, у вас стильных дамочек здесь не особо много, да? You aren't the real да, 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 до свидания. Четыреста пять же. А, ну да, ну да. Первый этаж-то я пропустил. Нарушение. Да когда начнутся нарушения-то? Я хочу, чтобы нарушали. Сразу видно, графон не дотягивает, я не вижу, что я 50. Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device.
You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them, and they will pay. Actually, even if those thieves were after our research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you. Мы все знаем, что ты хранил на этом жестком диске. How do you feel about doing the final? Жесткий диск. Я буду рад. Давай. Я уплочено. Погнали. Психологиня. I really appreciate it. Давай, you дерзай. Agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our sessions are helpful? Уплочено. Да. Yes. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? На 50% человек, на 50% робот. Так, а вот это как, это вдоль или поперек? Ну это как русалки, или прикиньте, если бы русалки, вот уже было такое обсуждение, типа, а что если вот русалка была бы такой, что у нее вверх рыба, а снизу женщина, да? А что если бы она была бы поперек? Ля, Лавкрафт сейчас такой, господи, оживите меня, господи, оживите меня, у меня есть много идей, так вот. Не бесплатно, между прочим, я придумал все. И сейчас кто-то такой говорит, а между прочим, кто это там, это раньше написал? Молчи! Это моя идея. Так вот, я человек поперек. I was struggling to comprehend my own existence. That's not quite right. But вообще-то я не это сказал, ну ладно. Change of heart? How do you consider yourself now? Я уже не знаю. Я чувствую себя идиотом. I do not know what I am. I can understand why you still find this confusing. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Ну, естественно, рыжий, он же не рыжий. Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Ловишь просто мой танк. Machine's honesty would make an experienced psychologist open up about her past? Or oppose orders of his superiors to fight for a good cause? Would an actual person glitch? We should make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories and the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different. From a machine. You should not fear them, but embrace them. But there is also the other kind. And that worries me. But the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological. I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or not, my answer is, you're not just a human, but an exceptional one. А что делает человека человеком? Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, doctor. То есть вы хотите сказать, что овощ не человек? Use my computer to download the coordinates of the tracking device. Сейчас должна быть российская шутка, ну ладно. Я не буду, а то забанят еще реально. Вдруг там искусственный интеллект у Гугла, ты не человек, понял? Давай бань этот ролик, давай, давай бань этот ролик. Сраная железяка. У меня есть нарушение. Да. Нарушение. Самое важное оружие. Да, давай муваться. Yes, but she will need an escort. Сейчас мы кого-нибудь жахнем.
Цой! Летов. Ночные снайперы. Да я опять проп... Я опять кнопочку перепутал, поэтому заюзал хилку. Что? Мувайся. Им по приколу. Пойдет. О, это САС. Опять я две кнопочки нажал, то что ж ты будешь делать-то? Ну ладно, минус септич. Так, живая сила тоже сила. Нарушение. 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 Передумал жить. О нет. Я вижу нарушение. 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 Ля, эта стена нарушает, пипец. Что-то реновацию устроили, что ли? Нарушение реновации. Реновируйте так, как говорил Собянин. О, здесь нельзя сделать нарушение. Господи, что было со светом-то? Что? Нормально тебе? Нормально, ты бессмертная, верю в тебя. Спим, он потянет. Я слышу нарушение. Киса, ты зачем нарушаешь? Не нарушай. А ты там решил сгореть? Ладно, хорошо, я уже сгорел в один момент от этой игры. Не за что. Да ладно. Ты что, дебил? Тут еще есть? То они не долетают, то не прилетают. На, понравилось, а мне нет. Ладно. Ё-моё. А я не мог просто открыть клапан? Нужно было обязательно всех убить? Мне показалось, что я ничего не собрал, ну ладно. А вы не можете сделать все самостоятельно? Чего я все должен делать? Что, поворачивать не умеете, что ли? Блять, же оно стрёмно сделано. I will make a way. Что? А, извините, не увидел вас. Как же ты кайфово сюда влетел. А где полиция, когда она так нужна? Ну я бы сказал, где Карл Джонсон, когда он так нужен.
сбегать из отелей. I'm finally starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? Ну, если ты мне не нужна, я нашел другую женщину. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. Чуваки, которые впитывают головой 300 килограмм свинца, вот то они. Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that. Вот я вроде себе криты поднял, а мне такое чувство, что они нифига не поднялись. Все эти криты. За прокачку. Отслеживание сигнала, чтобы... Ух ты! Ведьмаковские квесты. Чтобы отслеживать точное расположение цели, используйте индикатор уровня сигнала в верхнем левом углу интерфейса. Процентное значение повышается, когда вы движетесь в правильном направлении. Это правый верхний угол, слышно. Почему левый верхний угол? Там был написан правый. О нет, это же ходьба. То-то-то-то-то. Процент пошел. Вверх очень быстро. Как будто я сейчас бухнул и еду на проверку копам. Ту-ту-ту-ту-ту. Я вижу аркейд. Там по-любому что-то прикольное. 0,75. Ты наливай. I'm Sandy. You're gonna keep me posted if you find anything, won't you? Affirmative. Murphy, out. Your arguments against voting are baseless. As residents of this city, you have an obligation. Чё, неужели? Ту же самую, вот сюда вот, здесь наверху. Помните, я поднимался сюда когда-то? А, в смысле нельзя? Жестко. Прям же скач. Чё, не сюда что ли? Чё, серьезно? Оба-на. Вот это обман был обманов. Тогда идем мы. На сигнал. No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray. О, у меня есть рентгеновское зрение. Ха-ха-ха-ха. Чтобы сканировать мусор. Any joy? I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or two. It's not like you can move the whole thing anyway. You're not a finicking train, are you? I am much more than that. Ну и что, что у меня нет усов? Все усы — это фикция. Кто ты без усов? Просто мужик без усов. А я... Робокоп. А если у меня еще были бы усы... You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Я прочитал, что ты сказал. Thank you, citizen. У меня специальная функция есть, предвещая то, что ты скажешь в виде субтитров. А что прикольно было бы, кстати. Ты идешь человеком и говорите, тебе просто все субтитры выдали, субтитрами выдало то, что он хочет сказать, и ты такой, угу, пока. Он такой, ну погодите, я же еще не успел сказать о потрясающих акциях нашего удивительного искрометно крутого провайдера Пчелайна. Зачем в помойке роешься, дебил? Там же можно найти миллион долларов. Потом налоги платить. Каждый день. Нарушение. Мы идем... В канализации столько нарушений. Там по-любому ука какая-нибудь подсосалась, и сейчас мы эту подсоску найдем. Можно мне сразу дробовик вытащить? Нет, просто у меня комп не тянет, поэтому... О, сейчас... Крок выскочит из воды.
Бля, даже здесь не, у меня 60 FPS нет. What the fuck? Все, я, короче... Эта игра, в общем, заставляет меня купить... видеокарту, чтобы видеть эти трупы более четкими. Вы прикиньте, вот куплю как эту... как куплю видеокарту, да как пройду в диск Elysium. Просто так. И снова в героев третьих играть. Не играл никогда, правда? Ну ладно. Играл на самом деле, но мало. И сейчас все такие... Сейчас у кого-то сердечко может остановиться. Откачивайте, откачивайте человека. Я чувствую, предчувствую, что нужно. Можете отсосать, я не знаю. Вдруг там... Ну, хз, в общем. Вдруг его... Укусила змея. На всякий случай. Вы и отсосите, и откачайте. Тут все поможет. Может быть одновременно. А можно мне? На. Ауч. Я даже не заметил. Ладно. Да, проблема этой игры в том, что ты не замечаешь, когда у тебя мало хп. У тебя затемняется зрение, да, но это не особо показывает эффект. И несмотря на то, что у тебя вроде есть... Очки такие, которые показывают там critical damage или еще что-то может показываться, как-то они это не использовали. Ну типа... Не всегда ты можешь увидеть, сколько у тебя хп, не всегда за этим следить, когда ты следишь вот за центром экрана. Да, это конечно упущение, ну это польский шутер, о чем ты? А че? Спасибо. Понял, ты не человек, ты всего лишь отработанный материал. Сканировал тебя и мамку твою сканировал. Еще мне нравится то, что тебе выдают оружие после того, как тебе в тебя начинают стрелять. Это, конечно, директива не стрелять, пока тебе не начнут жахать, но... Может, просто я начну жахать их быстрее, чем они меня. А... Тут есть. А, понял. Знаете что? Вот есть рукопашный бой? Я забыл, честно. Режим ночного... У меня есть режим ночного видения? Серьезно? Да, у меня есть ручной. У меня есть режим ночного видения. Спасибо большое, что вы мне об этом сказали. Так что еще есть? Сейчас подождите, может там есть читы? Так, спринт, выстрелить, перезагрузка. Перезагрузка? Перезагрузка? Вообще-то перезарядка имеет, ладно. Прицеливание, режим ночного видения, ближняя атака, способность рывок, замедленное действие, которое я не прокачал. Интернет, инвентарь. У меня есть инвентарь. А, это вот этот инвентарь, ладно. Хорошо, он через таб доступен. Господи, как сложно прицеливаться в этой игре, а? Дайте-ка мне другой спас 12. Мне нравится, как они просто убрали буковки. И получилось, ну вот. Дробовик, который вообще, ну... Можно мне материал отсканировать? Слышь, материал лайк поставь. Эй, материал, на бусте задонать. Ты чё такой нематериальный-то? Так. Ты просто смотрю, бой. Удачный удар рукой по врагу перезаряжает все, используя мор... окей. Просто думал, может он здесь актив... А, открывается? Нет. Не, за всю игру не использовал рукопашку. Кек. Сейчас мы кого-нибудь насуем кулаков в рот. Компот. Просто зачем нужен удар, если у тебя есть дробовик эффективный, который эффективно устраняет нарушения? Ah!
Вот так. Что происходит? У меня просто тут очень много FPS. Ты сдохнешь, да, нет? Спасибо. У меня очень много FPS, поэтому я путаюсь в том, что происходит. Мне страшно. Нарушение. Уф. Понял. Я вас понял. Мне кажется, что это можно выстрелить, нет. Так ты умер или нет? Нет, он не умер. Кайф ему, наверное. Похер. Жесть какая. Блин, да ладно. Почему оно было в такой жопе? Знаете, что я скажу? Все-таки 30 FPS постоянные лучше, чем рандомные. Там как... Скачущие туда-сюда. О! Ту-ту-ту-ту. Опять не ту кнопку нажал. Что, сзади? Ага. Кайфово тебе сзади-то подходить. Ля, как же все лагает, пипец. Да, откуда ты? Понял вас. Да жесть. Почему его не взорвало этой гранатой, которую он под себя должен был кинуть? Какая же лютейшая жесть, пипец. Вот, учебная дискета. Это я понимаю. Так, а где тут криты-то? Снижение урона, бонусные очки здоровья нахер не нужны. Бонус модификации чипа. Повышенная дальность введения для расследования. Уф. Интересно, этот же чип, который я ставлю, это же только на это оружие работает. На оружие Робокопа. Потому что иногда мне кажется то, что работает на дробовик. Потому что там крит... Оба-на! Турель! Зря. Я вижу нарушение. Нарушение! Ни хера непонятно, но очень интересно. Как говорил классик. Жесть какая. Твою же мать, теперь еще и турельки пошли. Пипец. А, вот можно переключать.
Как оно стреляет? Бёрстами или не бёрстами? Нарушение. О, телеграмма, это у меня, если что. Please, don't kill me. Do not be afraid. I am a police officer. Had this nasty dream that I was a homeless guy living in the sewers. Oh, wait. Так и быть, живи. Почему у тебя так мало лута? Принеси больше, иначе будешь кушать кашу из опилок. Потому что скоро будет холодно. И тут будут панки. В итоге будет фростпанки. Ха-ха-ха-ха. Блять. Как же они хороши. Побатим их. Ха-ха-ха-ха, дурацкая турель. Мне интересно, она только передом видит или и жопой тоже? Ладно. Нарушение. Ха-а-а, нарушение, что никто не нарушает. Твою ж мать. Ты зачем нарушаешь? С мамой поговоришь, домой вернешься. Все такие нарушители. Прям. Манкой не корми, дай понарушать. What the? What the? На! Да как так-то? На! Кто еще остался? Еще кто-то есть, что ли? Нихера вас тут искали. На! Мне это нужно было. Простите. Я просто зашел перекурить. А вы что-то как-то тут не курите даже. Ну правильно, все верно. С бензином рядом не покурить. Итак, мы должны изучить боевую комнату наемников. Что конкретно нужно изучить? Ну вроде как, ну так, сурово, по-современному. Ноги оторванные валяются. Ну я считаю, что я провел достаточный анализ. Карта канализации Детройта. Великолепно. Ля, давайте еще отсканируем Памел Андерсон постер. И там скажут то, что это новый директор ФСБ. Луис, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from my evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials. And they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch! I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. Хочу выйти в дверь. I'll make sure so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now. All right. Все, перевод закончился. Здесь все перестали платить, в общем. Переводчикам и переводчики такие. Well, now we are all Englishmen. Today we were
Russian talking people, but now we're Englishmen. So you, if you want to read on fuck, read your fuck, read Russian subtitles, you need to pay, motherfucker. Pay to Charlie Goodwin, because Charlie's so good, because he's good and he's a winner. Good win, you know, motherfucker. Это когда зашел в Spotify и оплатил подписку, а там тебе дают реп. Вот. Кто-то, в общем, использовал возможности Робокопа и подписал его на Spotify. Что там сомнительная ситуация? Я не пойду туда служить и защищать, знаете, когда надо будет снимать киску с дерева просто. Я бы такую киску снял. Из такого бы дерева. Фух. Там прям, да, там мейн-кун прям бы пошел. Да. Прикиньте, мейн-куна сосны снять. Вот. Или Манечкина. Сейчас я буду пешком подниматься наверх. Вот это будет геймплей, я бы сделал. Извините, я без очереди пойду. Здравствуйте. It's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place. Если здесь будет мясо, я уже вижу, как у меня комп вылетает в окно. Просто на заднежопной тяге. Даже не заднеприводная, а заднежопная. Потому что вдруг у компа есть передняя жопа. Уважаю искусственный интеллект. Здравствуйте, дамочка. A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. Меня не надо приглашать. Я Робокоп. Я просто прихожу на вашу вечеринку и кушаю все тортики. Саманта. Ля. Я понял, короче, когда вы давали нормальные усы, на тебя просто легла кошка. Иди в жопу, а у тебя тоже кошка на голове. Почему у нас у всех кошка на голове? Ты всем раздала кошек, что ли? Саманта, какого хрена? Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Oh my. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. Да, полиция с тобой поработает. Слышь, я не ем пончики. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? Чё они живут в старом Детройте? Надо переходить в новый Детройт. Кто старое помянет, тот кто? Правильно. Никита Хрущев. Напомните. Нет, у меня все записано. I have a record of that issue. I need to find out. У меня реально все записано. Estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures. So I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? Нет, утечка данных нарушает закон. I will let you stay, but data breach is against the law. Please, just check what OCP is up to, and then decide for yourself what to do with those estimates. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Это что, стелс за Робокопа? Я вроде удерживал для отслеживания, но мне... Нет. Не захотели. Итак, почему у вас серверные какие-то гейские? Почему серверные не на 5 этажей вверх? Почему он не пытается ничего компенсировать? Только геи не компенсируют. Здравствуй, Дени гей.
Да, нарушение. В смысле ты не можешь туда пройти? Нарушение! Да, блин. Мне нужен ордер. Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Обычно охранник сказал. Ну что, у него есть зарплата, же обычно тут не у меня. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector. Пойду посмотрю на компьютер. Пентиум 68. Я пришел не просто так сюда помогать. Вот новое добавление к программе работы головы. У нас изменились правила по кодам доступа. Больше мы не будем их забывать. Я знаю, что многие из вас этим страдают. Поэтому с этого момента код каждой зоне можно найти на постере рядом с ней. Не благодарите. На постере рядом с ней чуть-чуть. Что? Ладно. Увы, здесь ничего нет. Гражданин, хотите, расскажу вам шутку? Вы так отвлечетесь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пойдемте за мной. Я буду вас отвлекать. Он побежал такой. О господи, у меня прошло кто-то металлический, поэтому я оставлю все ваше, что может быть в этом здании, без присмотра. Вот это я мастер-отвлекатор. Прям супер стелсер. Был бы я кораблем, я бы так проплыл бы в Карибском море без замечаний, да. Чтобы все просто ахнули. Или охнули. Или ухнули. Или хохокнули. Или what we gonna do with the drunken Taylor? Да, Сейлор. Тейлор. Почему тут Тейлор? Саманта. Я, короче, тыкнул куда-то, и что-то случилось. Интересно, каждый раз будет бегать туда-сюда? Знаете, такой, да блин! Опять кто-то пикнул, да что ж такое? Саманта. Вы нарушаете закон. Надеюсь, вас посадят в тюрьму на 35 тысяч пожизненных. Да, вот они. Ну, чисто формально, не она их украла, а я их экспроприировал, чтобы посмотреть, а вдруг у них нет никаких лишних записей. Может быть, там какая-нибудь... Может быть, там заблокированные соцсети или... Нет, мы просто проверили и то... Ой, я их потерял случайно. Ты помогал много людей с этим, Мерфи. Но есть еще одна проблема. But wait, there is more. If I'm gonna expose OCP... I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is перемешивать записи в базе данных, я на это настроен. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. Что угодно, чтобы защитить невиновных. Мешать не нравится. На вас, дамочка, посадят. Stay safe, citizen. Готовы ли вы были бы отсидеть лет 10 в тюрьме, если бы вам дали за каждый год $1 миллион? Так. Рядом с постером что-то... Где-то должно быть... А, вот. Интересно, если бы я не прочитал ту заметку, я бы мог это увидеть? А кто-то же выбирает, такой, ну, я возьму на себя всю вину, и мне за это дадут денег. По идее, вас парочку лет кормят бесплатно, ну, там, может быть, и 10, и 15 лет. Кормят бесплатно, ухаживают за вами, делают модную стрижку. Ну и вообще. А вы потом ходите, такой, о, миллионер.
Покупайте себе PlayStation и играйте во все игры пропущенные. Изи. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. Вот сейчас там показывают, как она играет в Зельду, потом оба-на! И Fortnite, а потом оба снова в Зельду, а потом оба на Genshin Impact, и попробую понять, она что, дура тупая, или просто она наконец-то поняла, где хорошие игры. М? Да, подержи. Да. Я не знаю, почему я говорю «да», мне просто хочется сказать «да». Nice S. Beautiful, isn't it? Наверное. This view gives me да, hope. Это потрясающе, что мне не приходится пешком. Of, you probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations. So that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. Помни, что ты стоишь ко мне спиной. А я не уверен, что у меня ниже груди. Ты просто будешь стоять и смотреть. Ладно. Ну смотри. Ля, если мне придется здесь выбираться сюда с боем, я прыгну в окно. Слушайте, почему я не могу прыгнуть, просто прыгнуть в окно и сказать, мол, папау? Я приземлятор. Ты сейчас полетишь вниз, понял? И тогда тебя точно кто-то уберет, роботы. Итак, мы смотрим презентацию на компьютере. Компьютер смотрит компьютер. Do not be amazed when a man grows rich, for when he dies, he takes nothing with him. Until now, afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. Is this what you wanted to see? To now. Нормально. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Да можно просто потерять паспорт, и в принципе все тоже помер. But to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, RoboCop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote RoboCop. Они тоже будут ходить так ту-ту-ту-ту. Ева, ты не настоящая. Ты не делаешь такие звуки, как ту-ту-ту-ту. И не напеваешь под нос ту-ту-ту-ту-ту. Значит, ты не настоящий робот. Eve? It's actually Meg. Are you like me? So you seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? А где сейчас старик? Where is the old man? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Я собиратор плохих идей. Я ведь робокоп.
Ты когда-нибудь видела, чтобы хорошей идеей было сделать человека, который бы ходил так ту-ту-ту? От него могут убежать все, кто угодно. Это прям самый худший робокоп. Надо было еще гусеницы ему поставить на ноги, чтобы он катился. А потом сказать, поднимайся по лестнице. А что, если лифт здесь возьмет, перестанет работать? Мне что делать-то? Ролики хотя бы могли приклеить. А что, если гололед? Дождь, снег. Ну и хорошо. Если уволили, еще не значит то, что нельзя приходить на работу. Может быть, мне нравится здесь какать. Здравствуйте. Знаете, сразу называется сам человек. Я сначала чуть не прочитал Сэм. Ха-ха-ха-ха. Он пьет что-то прозрачное. That's no way to talk to an acting CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. Почему Wi-Fi не подключили мне? С телевидением. Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? Вот это интересная тема для новостей. About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Ah, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife and Delta City, for that matter. Кто-то должен взять за них ответственность. Someone needs to take responsibility. Someone did. The demented old man behind all of this sick shit is dead. I'm shutting down Afterlife. So you should be happy. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Потом роботы будут херачить роботов. That's adorable. Especially. Вот это будет робот-хаб. But you'll get to see the improvements we've made firsthand, since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. О боже. Now, you leave. Bitches, come! Бичес! Сразу видно, делали это поляки. То есть на польском варианте там было бы курва, пердоли. You could arrest me, officer. I even have my own handcuffs. Ля. Я так полагаю, это вечеринка нам за 50, да? И судя по всему, они сейчас присядут, будут обсуждать новые серии Санта-Барбары. Вот. А она просто это, у нее радикулит, и она пытается выбрать нужную позицию. Почему у них только один трек в этом Детройте? Я теперь понимаю, почему у них бандитизм и жопа какая-то. У них один музыкальный трек на весь город. Курвас! Блин, там реально, скорее всего, на польском курвас. Или у них не курвас, просто курва. Там. Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Лоиш. Прекрасно, мы два бомжа теперь, без денег. Типичный Детройт. He'll be desperate. I bet he'll
he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No. Stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Лоиш, ты хотя бы можешь ширнуться там. Не знаю. А наши где-нибудь достать. А я что? Я просто буду нюхать пенопласт. И тереть его о свою... Даже не знаю что. Броню. Знаете, когда надо подлезать. Вы такой подающий надежды юный автор потрясающих произведений. Ну и что, что вам 93 и вы лежите в коме? Да. Расступись. Слышь, сраная жестянка. То есть на обратную дорогу оно не пикает? Ладно. Ну покинуть зону и покинуть зону. Че тут такого-то? Ох, я чувствую, на экспо будет такая жопа. Сам человек. We see a point. Magnavision. Гонка вооружений, дайте угадаю, сейчас нам будет сражаться с ними. What the fuck? Да полагаю, сейчас будет жопа. Опять не до полубосс. Ладно, хорошо, не улыбайся. Эй, красотка, давай сделаем тебя еще красивее. Давай снимем с тебя очки. Нет, пожалуй, на день назад. У меня уже 25 FPS. Thank you. Thank you. Now, please, жиденькие аплодисменты. Пацана мало заплатили. So join me in a minute of silence. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему минута молчания идет не минуту? Я реально думал, что там минуту люди молчат. Нет, там секунд 10 хватит. Those efforts gave us RoboCop and RoboCop 2. Фига, он классный. Ля, я хочу быть точно такой же, как... Точно так же, да вы поняли. Точно таким же, как ты. RoboCop is the past. We need to look at the future. А сейчас мы объединимся с Робокопом вторым. Просто всех жахнем в коопе. Push the button. Под какую музыку-то он вышел прям вообще? Подходящая? But no need for alarm. UEDs are ready to patrol the city today. Today will be their first major test. The protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. I'm sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for RoboCop. In view of the police strike, do you think these new robots are actually capable of protecting the city? Полицию распустили. Бунт! 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 Из одного робокопа. The police did not strike. We were fired. The police left because they felt threatened by the UEDs. And rightfully so. My machines are superior in every way. Эти гады оставили нас без работы. A presentation is in order to show that those are not just empty words. I have another question for RoboCop. It's about the candidates for mayoral elections. Из-за этих гадов мы сидим без мэра. The damn thing. It's just an OCP product. There are a lot of people that value his opinion. Из этих гадов я сижу без мнения. And actions have influenced ratings for both candidates several times already. So, RoboCop,
Could you give us all a definite answer and из этих гадов мы сидим без четких ответов. Is Mills promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Knowing you'd possibly get your freedom back? Freedom to do what exactly? Get back with his family? Start a business? Join a bowling team? Or will you, contrary to your creator's interest, encourage people to vote for Mayor Kuzak, OCP's loudest adversary? Из-за этих гадов мы сидим без боулинга. Я никого не поддерживаю. I support no one. That's surprising. Based on your earlier comments, many people came to the conclusion that you were siding with Mills. But I think we can take your statement as a withdrawal of support. Well, there you have it. Now we can get back to why we all gathered here. My robots. It's time to present what these bad boys are capable of, huh? I just need to find the remote. Тупо пультиком. Сейчас нажмет play и все. Наверное, его забрал Антоновский. Is that normal? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А ты надел супербрат? Не жилет. Нет. Но его надел я. It's just a prototype. No need to worry. More will come. What the hell are you talking about? Мор выйдет, он сказал. Ты что, не услышал? All of you need to leave. I'm Mdalo here. А, понял. Ни хера не понимаю, где они. Сейчас мы как? На! Кто здесь ракеты заставит, господи, на выставке? О, тут еще и мины есть, кайф. Бляха, муха. Жесть. Да. У него пердак разорвало. Окей. Где? Да. Чё ты там встал так, скотина? Не нравится, как здесь вообще никакого звукового сопровождения нету? Взять под контроль зал А. И сейчас, знаете, все залы, вплоть до Z. Нормально ему стрелять, не поворачиваясь ко мне, да? Уф. Just destroy the fuse box and the gate will open. Do it. Ага, ладно. Уничтожить или починить, вообще кайф. И что было бы, если я починил? What is your plan? Может, что лучше было бы?
Okay, since I opened the gate, you clear the way to Hall C. I remember differently. Your memory is glitchy. Да я опять не ту кнопку нажал. Так кто стоит? И G, и H, все вместе. Жесть. На. Жесть, конечно, это. Прям гранатомет, который надо заряжать, по-моему. Понял. Ну кто-то очень сильно хочет получить по лицу. Это может быть я. А, я даже не нажимал. Так, еще что-нибудь есть? Ну, не знаю, там базука. Ладно, гранатомет был почти базукой, но... Какой же слоу-моушен. Прям вах. Вот это я понимаю. This EMP device, how does it affect me? Ничего не будет-то. Нормально, то есть я чисто формально стану Крэнгом, да? Бесполезные чипы, которые я не могу применить, хотя, может быть, теперь они полезные. Так. Секундочку. Мне нужно обратить внимание на ничего. Сбой в программе. Жалко, что я не могу использовать еще больше. Могу, но не буду. Я тоже так могу, просто не хочу. Жесть. We'll sell an upgrade to the robots that makes them immune to the device, and so on. But I need to sell it. Please put down your weapon. Понял. Что-то есть, что можно покидать в него? Взрывчатка. О, вот это я понимаю, вот это базука. Вот это по-нашему. Еще разочек. Почему мне сразу таких не дали клёвых штук? Ай, больно. За что ты так со мной? Писюн. Подколодный. Нет, ладно. Супер оружие. Оно сломалось, еще не успел лететь на него. Ищем что пожестче. Батим его. Где он там? Ладно.
все у нас? Че, обоссался? На еще. И на еще. А чё так просто стало, кстати? В прошлый раз было очень сложно. Тяжело. Ладно. Что? Убивать-то мы его будем, нет? Ладно. Тут что-нибудь есть, нет? О, поинули. На, братан. До свидания. Я под контроль взял из Алси. И иди возьму. И CDB. И BDC. CDBB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 
для того, кто все запрятки знает, где находится. Ведь, может быть, я все это запрятывал. Even if the EMP device fries your circuits or something, is it really such a big sacrifice to stop this mess? Мы можем поджарить тебе жопу. И посмотрим, это же ничего такого, если у тебя жопа будет поджарена, да? А что такого-то? Ха-ха-ха, EMP не работает. О, да. I figured I'd meet you here, RoboCop. Seems like you two have a lot to talk about. I don't want to be in your way. Nonsense, Mr. Becker. Since I have you here, thank you for providing me with this little thing. I was looking for a loyal partner. I was hoping it would be RoboCop, but your droids will have to suffice. О, господи, еще больше дроидов. No problem. And thank you for choosing OCP. Now that my work is done here, so I'm just gonna get... RoboCop, now that the old man doesn't need you, I don't need you. Keeping you alive this long was a mistake. Let me erase that mistake. О, нет. Надо еще было заставить ее прокрутить голову вокруг своей оси. 360. I need to start packing up the toys. И они такие, ладно, давайте постоим, посмотрим на этого Робокопа, не будем стрелять. Ну что такого-то? Ну, просто будем стоять смотреть. Мы те самые враги, которые стоят и смотрят. Нормально. А кто мне стреляет-то сейчас? Они вниз тоже могут стрелять? А, ну да, они могут. Ага, здесь не проходит. Понял вас. На, понравилось? Мне тоже нет. Вот видишь, тебе не понравилось, мне не понравилось. Мы квиты. А потом делаем так, чтобы друг другу понравилось. Идем на OCP хаб, поднимем бабла. Все эти кожаные ублюдки будут нам донатить. Сделаем свой бусти. Для робокопов и блэкджека. Так, там была дверь. Мы должны в нее сходить. Зачем? Без понятия. Ну это не дверь. Мы ходили просто так, мы заблудились в этом мире. Мы всего лишь машины. Без задней мысли. У нас только передние мысли. Отстань, Ленка. Лоя, скажи, чтобы она отстала. Murphy. Отстань.
теперь, знаете, я на самом деле бегу в машину, просто на месте стоя. Машина-то была. Мне сюда. Ладно. Если меня подловили. Алекс Мерфи, we have to fix you. We have to erase you. We got visuals on the tango. Потом окажется, что я здесь всех телепузиков перебил. Просто гроза детей из 90-х. Что? Извиняюсь, что? Понял. Вы видели это? О нет, это слоу-моушен, слоу-моушене. Это что? Алан, wake up. Алан. Алан. Алан Мёрфи. Ты забыл? Это же Брайт Фоллс, но нет, это Детройт Фоллс. Stubborn you are. At the same time, oh, it's heartbreaking knowing that you never could have won. Oh, your creators made sure of that. That chip OCP implanted in your brain, the one that was supposed to help you, it served as my collateral. It made sure that you could never touch me. It's activated. Да ладно. Sure the old man wanted me to use it sparingly, as long exposure would melt your brain. Oh. Now that's a visual. But since the old man's gone, I can do whatever I want. We packed everything, sir. Splendid. Duty calls. But I'm leaving you with something to remember me by. Ты что мне отдал выключатель? Это как Ким Чен Ыну ядерные боеголовки дать. Антоновски, ты тупой. The city of Detroit. You're leaving us again? Эй, Эдди Мёрфи, давай, вставай. He's waking up. Oh no. What do we do? Мёрфи, stay calm. He's in so much pain. The chip, remove it. The evaluation chip? How do we do that? I think I can help. There's a button here that will shut him down. Все, теперь оценивать буду в другом месте. Why is this place so deserted? What's with all the noise? It's Murphy. Огурчик. OCP sabotaged him. That's why Wendell was able to get the upper hand. Why? RoboCop's their program. They wanted RoboCop's data to use in the Afterlife project. And no wonder. RoboCop is the only successful cyborg that OCP has managed to produce. After they got what they needed, they just wanted him out of the way, without getting their hands dirty. Those scumbags. Да, скамы. What now? We need to get that chip out. It should be under the helmet. I saw someone take it off once. I think I can do it. Господи, только не Моралес, пожалуйста. Кто угодно. What about the chip? Однорукий. Пьяный бомж, но не Моралес. Умоляю. Ладно, он может быть не однорукий, но тоже бомж. Они флешку не могут вытащить, что ли? Is this it?
Should I turn him back on? Do it. Сейчас такой, боже, боже, я пропустил все игры Спартака. Как же Спартак так обосрался? О нет, о нет, о нет. I am doing well, officer. So many familiar faces. Are we celebrating? Wendell certainly is. He stole a shit ton of heavy-duty equipment from that military expo. What happens when he decides to use it? He already has. You've got some nerve. Откуда у тебя доступ к этому месту? Как тебя пустили? The city is on the rampage. Detroit's on fire. She's right. Скажи спасибо, что не в банкротстве. Call that Windows goons hacked the election broadcast. Ну это скоро ему предстоит узнать, что это такое. Citizens of Detroit, I'm sorry to inform you that help is not coming. You've been abandoned by the police, by your politicians. А блогеры, русские. They all promised you a better life and tried to give you hope. И даже животные Мадагаскара просили. В смысле выгребную яму? Так Детройт есть выгребная яма, алло. То есть, в принципе, ничего не поменялось. Да, сожжем город, это все равно ничего не изменит. И сейчас Робокоп такой, ну давайте подожжем все. Пойду за бензином. I mean, we've all been fired. Never stopped us before. But where do we start? Вас уволили, но оружие-то не отобрали. That's as good a place as any. All right, let's gear up. What do you say, Murphy? I thought you would never ask. А раз оружие не отобрали, то это payday, fellas. Murphy, Luke, heisters, Washington. Let's go heist. Head downtown and help the mayor. I'll try to get as many officers to join you as I can. Aye, aye, captain. Ответить на звонок. There are phones that need answering and no staff to do it. Sure. Why not? Wait, does anyone even know who won the election? Это не ответить на звонок, это пойти на вызов, поехать на вызов, имеется в виду. Ваши действия повлияли на результат выборов? Ладно. То есть не выиграл никто? Wow, that's a lot of incoming calls. So you've been Murphy's. Что, Навального освободили, что ли? I guess so. Господи боже мой. Мы в дерьме. Или нет? Я смотрю, вы даже тюрягу закрыли. Господи, Морализа, заберите, пожалуйста, отсюда. Все. Мы сваливаем. Хочу ли я покинуть зону? Естественно, с Морализом придется. Твою ж мать. За что?